Хотите накрутить вот такие локоны и не жечь свои волосы, не использовать для этого горячий утюжок, фен или плойку? Если да, то я сейчас вас научу. У меня в коллекции уже три вида. Есть вот такие тонкие на резинках, есть вот такие пошире с лентами. Они обматываются вокруг головы и завязываются вот тут красивым бантиком. Но самые мои любимые – это вот эти вот обычные, черные. У них внутри синтепон и проволока, и поэтому они очень здорово держат форму. Итак, для того, чтобы накрутить локоны, я помыла волосы. Они должны быть слегка влажные, то есть примерно где-то на 80% их высушиваем. Но мы так долго копались и готовились к съемке, что волосы мои уже практически высохли. Поэтому я их слегка сбрызну водой, чтобы вот они стали немножко влажными и точно накрутились. Так, теперь эти волосы я расчесываю и делю на пробор на две стороны. Не обязательно прям идеально, как получится, так и будет, ничего страшного. Теперь беру, прикладываю к голове и одну сторону фиксирую заколкой. Теперь начинаем накручивать, просто поочередно отделяем прядь и обворачиваем ее вокруг. Берем следующую и добавляем ее к первой. Берем немножко с затылка. Вот я переживаю, что там уже все сухое, и есть шанс, что плохо накрутится. Вот как раз и проверим. Потом опять от лица. И так продолжаем, пока не накрутим всю вот эту вот половину. Теперь нам нужно зафиксировать вот этот вот край волос, кончик. И вот как раз за что я люблю именно эти бигуди. Проволока внутри дает мне возможность просто обмотать вот так вокруг. Получается такая вот гулька, и больше ничего не надо. В других вариантах нужно использовать вот эту вот резинку. Можно не делать гульки, а вот просто обвернуть крест-накрест вокруг затылка, и теперь остается дождаться, пока волосы высохнут. Для этого нужно или погулять несколько часов в таком виде, или же лечь с такими накрученными волосами спать, а потом увидим результат. Ну что, пришло время увидеть результат, и скажу сразу, это всегда такой волнительный момент, потому что если немножко не додержать и волосы не высохли, то локоны не получится. Но я гуляла несколько часов, я думаю, что все будет отлично. Тянем, потянем, тут вытянем. Отлично. Теперь надо их немножко разобрать руками, для того, чтобы они чуть-чуть полегче были. А, все-таки чувствую, есть места еще недосохшие. Надо было еще чуть-чуть погулять. Но, в принципе, вы поняли, как это работает. Кстати, я слышала много раз, что для такой накрутки используют не только специальные мягкие бигуди, но детские колготки, гольфы, носки и даже пояс от халата. И от всего получается примерно точно такой же результат.